готовы? Нет, вот здесь почти. Да. Обратно-то вон и по трое, и по двое, что-то они как-то это... Ух ты, смотри, какая гора там виднеется. О, слушай, такие перья, прям как эти наши. Снимаешь столбы. Эту штуку? Ну, красивую штуку. Не советую вставать. Ну, я не встаю. Ты говорил, что ничего видно. Ну, ты знаешь, если облачность низкая, то, может, и не видно. Вон, смотри, какой остров классный. Ага. Да? Ну, вон видно море. Как будто я вниз. Ой, какая высота. Блин. А вон пиратский корабль стоит. Разве это пиратский? Да. Уши закладывай. Ну да, складывай. Вот отсюда есть хороший. Фото видишь. Мы даже что фотать. Память. Мы уже забрались на высоту 616 метров. Нас обманули на 200 метров. Но тем не менее мы добрались до этой высоты. Сегодня, правда, вот туман, облака. Папа в белой рубашке тут выпендрился. Да, навигатор не обманешь. Тут надо денежку платить, чтобы увидеть. О, сейчас туман подышим. Будет? Кипарисом или чем-то подышим, да? Сосной. Нам разве не стоять нужно? Нам нужно ждать? Не, пошли погуляем, посмотрим. Вы здесь. Ты в облачках? Ой, как хорошо. You're here. Пожалуйста. И Анталия здесь. И вот Белек, откуда мы приехали. Ширик, Сиде, Манавгат, Аланья, он вообще за 3-9. А Белек — это город? Белек, да, это город. Анталия тоже город. Анталия тоже город. Терекова. Где наши тут это? Кемер, вот где мы отдыхали до этого. Вот Белек. Ну вот мы приехали. Такой аромат вкусный здесь. Сосновые, да, здесь будем обедать. Пойдемте походим, посмотрим, посидим, подумаем. Да. Ой, мы тут что-то увидим. Подумаем над своим поведением. Прохладимся. Я не могу забраться. Что такое? Очень долгое обслуживание в этом кафе. Напишу жалобу, что не могли организовать в ресторане на горе здесь обед для нашей группы. Заняли здесь и самостоятельно. Здесь вот столы уже полчаса не убирают. Будем знать, что сюда не надо ехать. Какая река широкая? Где? Не вижу, залив только вижу. Thank you.
Маленько облака развеялись и стало повеселее. А так было все грустно в пелене. Во-первых, ланчбокс вот уже выдавали. Если они говорят, что у них закончилось, то выдавали вот. Люди сидели на горе, им уже выдали. Поэтому то, что они обманывают... Не, ну ланчбоксы уже выдали раньше, поэтому это... За 8 лет. Ну, что нам делать? Мы уж тут просидели столько времени. Ни пиццу, ни макароны мы заказывали. Кто-то макароны, кто-то гамбургеры. Кому гамбургеры? Гамбургеры. Всем будет пицца. Гамбургеры, кому не пошли, все пиццу выйдут? Ну, те, кому пиццу, те пиццу это гамбургеры, да. А макароны мы заказывали тоже, не знаю, пиццу. Да, знаете, я скажу, что это просто неорганизовано. Почему мы должны сидеть спят? Мы заплатили 6 числа. Мы прилетели 6-го, 7-го мы оплатили весь тур. Вернее, экскурсию. 7 числа вы получили деньги. Неважно. Мы их оплатили, кто их получил, неважно. Но мы ничего не получили за это. В итоге мы сидим. Мы приехали во сколько? Без 10-2. Сколько времени сейчас прошло? У нас дети голодные. Мы сами сидим голодные. Мы уехали из отеля в 9 часов, грубо говоря. И ничего. И нам никто ничего не говорит. Нас кормят завтраком. То мяса нет, то еще чего-то нет. Еще 10 минут, еще 20 минут. Мы сидели 40 минут на улице. Нас вообще сюда даже нет. И не позвали. Почему мы должны ждать? Почему мы должны входить в положение? Нас никто не вообще. Мы сидим последние. Вот мы отправляемся обратно на фуникулёре вниз. Облака снова пришли с моря, с гор. И практически ничего не видно. Здесь очень вкусный аромат сосен. Такие длинные игольчатые сосны здесь. Вот. Ну, в целом, все понравилось. Кроме того, что очень ждали долго обед. Кому передаем привет? Всем. Всем, кто где? Кто не здесь? Нет. Мы очень долго ждали, но пока мы ждали, мы смогли сфотографировать этот прекраснейший вид. Так, ну, сейчас вот поедем, что? Сейчас вот не будет как раз, наверное, дождя, и мы сможем еще и поснимать. Хорошо. До встречи в эфире. Круто. О, отсюда видно. Опять гору занесло, вообще классно. Наверное, там регулярно заносят, они возят вот это вот, чтобы кому повезло, рассеялось. Ну помню. Да. Где наш отель? Наш Белек вон там, вон. Чертенький. Да. Если там присмотреться, возьми, Титаник будет там видно. Снимать, да, там море. Не, ну что, можешь вон это самое море. Город. Классно. Маша, вставать нельзя вообще. Маленькие какие. Ну, может, не надо рисковать. Отстанешь. Понял. Не рисковый парень. Ты за меня боишься или за себя? За тебя. Да? Да. Он боится.
хватается за турецкую кабинку. А вот тут что, судо, эти, вон стоят, яхта, да? Вот да, тут это, наверное, можно оставить. Яхт-клуб. В гараже. А это Барбоса, это вот эта, вот она стоит. Я вот тоже подумала, что это. Но не это может быть похоже. А что, наверное, она очень похожа на то, что они там рисовали. Барбоса. Вы поняли, что трос движется? Ну, я не плевался, он движется. Трос движется, а кабинки... А кабинки к нему, наверное, прикреплены. Ну так, а там же это, вы разве не заметили, вот эта крутилка, которая, она же и крутит трос. Ага. Внизу и вверху такие здоровенные. Мы сходили только в Афганистан. Слушайте, Анталия такая огромная, да? Слушайте, обратите внимание, ни одного какого-нибудь там маленького одноэтажного домика. Все, короче, многоэтажки. Ну, нет, ну для обычных турков. Многоэтажки, там максимум тоже типа наших хрущевок, многоэтажки. Панельки все, да, из бетона. На каждом доме солнечные батареи и эти самые баки выросли. Экономят, да, электричество. Ну, им тут даже... хорошо, у них, наверное, зима же не такая, что баки эти могут и зимой постоять. А у нас куда баки денешь? На зиму. Сарай. Ну, да. Как долбанет там.